Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Ягуар. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Где максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с пульверизатора. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесом. Ну а пока ждем, мы пообщались с автовладельцем и предложили им проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он BlockShot. Толщина его 7 мм. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!